Наша задача – очистить часть леса от различного мусора. Четко поставленная задача – полпути к успеху. Даже если накануне жизни людей – чистота в лесу. Для будущего МЧСника, а ныне студента Дальгау Владислава, это вторая экоспасательная операция. Если в прошлый раз убирал в основном бутылки, то сегодня рекламу. Железный мусор, потом реклама. Очень много рекламы. Лежит досок, которые торчат гвозди, которые могут наступить люди. И это очень плохо, потому что могут ходить грибники или, допустим, просто гулять люди и наступить и пораниться. Это, конечно же, не дело. Не дело и то, что лес некоторые благовещенцы используют как бесплатную свалку. Это на собственной спине прочувствовал спасатель Дмитрий Машута. 200 мешков, что заготовили для уборки, заполнились за минуты. Пришлось выгружать мусор прямо в грузовик. Добрую его половину занял диван. В соседстве с бутылками он мог стать причиной огня. Диван может... просто высохнуть его, он высушит, потом это стекло, источник, да, энергия, то есть солнце через стекло, и возгорание этого дивана, грубо говоря, будет, и пойдет это все в лес. Нынешняя уборка – третий этап акции «Чистый лес. Территория без огня». На нее вышли больше 160 человек, и это только в Благовещенске. Сегодня проводится эта акция в 20 муниципальных образованиях области. Здесь находятся как представители подразделений пожарных служб, спасательных служб, от организаций лесного хозяйства, авиалесоохраны. В итоге от мусора, а значит от возможного возгорания, защитили лесополосу протяженностью в 2 километра. Противопожарная акция в Преамурье продлится до 28 апреля. Юлия Мишурнова, Денис Лугов, программа «Город».